Привет, народ! В эфире я, Иван Калиатко. И сегодня я расскажу о необычном электрокаре Минского мотовелозавода, фестивале мыльных пузырей, слете юных спасателей, летней акции РОВД. Пристегивайтесь, поехали! Минский мотовелозавод удивил нас, выпустив электромобиль, скорость которого, правда, составляет всего 60 км в час, но зато его небольшая литий-ионная батарея заряжается от обычной розетки всего за 6-8 часов и запас хода 150 км. Мощность двигателя составляет 4 кВт, общая масса машины всего 463 кг, что почти в 5 раз меньше массы среднестатистического авто. Зарегистрировав такую машину в ГАИ и имея права категории Б, можно смело отправляться в путь по дорогам общественного пользования. Я и сам не прочь прокатиться на таком чуде. С 14 по 17 июня на территории Вилейского водохранилища работает 18-й областной полевой лагерь «Юный спасатель», где проходит слет Минского областного отделения Белорусской молодежной общественной организации «Спасателей пожарных». Команда Минского областного кадетского училища и команда Слуцкого района, состоящая из 5 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 12 до 15 лет, и 2 педагогов, состязаются с командами из всех районов Минской области и города Жодино. Участники соревнуются в установке палаток, разведении костра, прохождении туристической полосы, смотре строя и песнях. Пожелаем удачи нашим ребятам! Сотрудниками Слуцкого РОВД в рамках акции «Летом дети в безопасности» проводятся профилактические мероприятия в оздоровительных лагерях. Милиционеры проводят интерактивные игры на знание ПДД, демонстрируют специальную технику. 15 июня сотрудники массово собрали юных велосипедистов, провели с ними отдельное занятие, обозначили велосипеды световозвращающими элементами. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. С 19 июня в парке культуры и отдыха пройдет 2 фестиваля. Фестиваль мыльных пузырей в 12:00. Маленьких жителей ждет эксклюзив. Пузыри-гиганты, дымные и огненные пузыри, а также пузырная вечеринка. На смену мыльным пузырям придет фестиваль огня и света в 21:00. Настоящая огненная феерия, сложные трюки, сражения на мечах, лазерное шоу, дискотека и флешмоб желаний. На этом у меня все. С вами был я, Иван Калиатко. Всем удачи и хорошего настроения.